Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами вот на этом красавце серебро взяли в большущем чемпионате мира Gran Turismo. С болью это говорю, ладно. До сих пор сердце кровью обливается. Ничего. И до золота дойдем. Ладно, а в этой серии мы с вами, в общем, пойдем бигинер добивать. Сейчас купим какую-нибудь тачку. Деньги вроде есть. Опять же, не очень много, но есть. Если вдруг что-то не хватит, то еще какую-нибудь ролину тачку продадим. Вот. Сейчас пойдем в бигинер зайдем. Посмотрим, что у нас там осталось. Посмотрим, что осталось. Осталось у нас там серебряные стрелы, да? Да, вот Silver Arrow. Ну, что-то меренный. Нет, пока нет. Тем более они дорогие. Надо денег больше. Плюс еще прокачка. Так, Altesca. Вот, Altesca. New Generation Sports Toyota Altesa. New Generation, ребята. Сейчас это, конечно, ностальгично вспоминать, что в начале 2000-х она была New Generation, то бишь нового поколения, да. Сейчас ее теперь даже уже и не выпускают. Так, Vips и Yaris. Ну, это совсем что-то такое что-то. Vips, Yaris, так, Meeting Type R пройдено, Evolution, вот, Жук еще. Так, ну и то, что на второе место. Блин, давайте, наверное, LTS-ку все-таки возьмем. Теску возьмем. А, где у нас? Что у нас? Кадилер. Возьмем Алтеску, Япония. Тойота. Это что такое? Тонкара. Ага. Алтеза. Так, Алтеза. RS200. RS200. Ой, какое литье у нее некрасивое. 157 лошадей, что-то мало как. Вес 1300. Так, а еще же есть, да? M2. О! Тоже Altesa RS200, но чуть-чуть дороже. Так, ну-ка, ты такая же? Оу! Фига себе, 207 лошадей. О, 207 лошадей, это уже по-нашему чуть-чуть тяжелее, всего лишь на 30 килограмм. Это так, это ее, да, просто ее заправили. Так, окей, давайте ее тогда выбрать. Так, а есть прокачанная? Прокачанная версия. Corolla, Supra, Celica, Telan. Ух ты, а Telan даже не продается, да? Celica уже выиграл. Так, понятно. Ладно, выбираем цвет. Ух ты. Давайте синенький. Синюшный цвет. Get Into the Car Nav. Так, теперь идем в Tuning Shop, потому что, да, там лицензия B нужна, но, как мы помним еще по предыдущим частям Gran Turismo, они один хрен там прокачанный. Еще берем все самое дешманское, 1100. Облегчаем, выкидываем. А, что там из салона всякое ненужное. Кресла задние, детские кресла. Так, покрышечки, а какие у тебя сейчас стоят покрышечки? Simulation, Sport, Racing, какие у него покрышки сейчас здесь стоят? То есть у нее хуже даже что-то стоит, чем даже вот эти сишки, да, Simulation. Или у нее Dirt, нет. Так, Racing Tires, с чего начинаются? С десятки? Ой, нет, давайте, короче, спортивный купим ей. И пускай нравится. Вот. Еще там? У нас все-таки еще не гоночные аппараты там. Так, что-нибудь на прокачечку возьмем ей. Так, давайте вот воздушные фильтры. 220. Главное, здесь 200 показывает лошадей. У нас 207 было. Чё за ерунда?
сыновья ж машина не бэушная. Так, да. Окей. И компьютеры ей поставим. Пишу 200, еще почти 10 лошадей. Вот. Хорошечно. Так, это все дорого. Ой, дорого, ой, 70. Да вы что, ребят, не... Так, суспенжен. Не знаю, я думаю, смысла нет. Есть суспенжен, но понятно. Триветрайн. Цепуха, маховик. Так, а давайте коробку ей не будем брать новую. Пускай будет со старой, но... Купим ей цепуху, маховик и... Этот... Драйвшафт. По идее, это тоже должно сказаться положительно, да? Коробка, ой, дорогая коробка. Они, главное, одинаково стоят, что полугоночная, что спортивная. Так, все равно вкинулись-то неплохо. По бабкам. Двадцатку влетело. Так, и вот эти поля нам не надо. Так, что видно еще взять? Какой-нибудь. А, нельзя интеркулер. Turbo Kit. Третья стадия, четвертая, точнее, вообще нет, тут третья 40 косарей. 4. Ну давайте первую стадию возьмем. Ну с турбиной все-таки как-то будет надежно. Вот. 300 лошадей нету, но уже как-то вот под 300. Мне вообще изначально должно быть, блин, 280. Как у всех нормальных японцев. Сейчас мы ее довели просто до вот состояния, в котором она должна была бы быть, по идее. Так, ну чё, теперь, я думаю, у нас она готова. Так, а литьё на ней стоит, кстати, хорошее на этой. Как я люблю, ладно, тогда не будем литишкой покупать. Погнали. Погнали наших городских. Так, где? Алтеза Рейс. Смотрим, что у нас за гонки, во-первых. Мидфилд, Токио, Дипфорест, R5, ой, хорошо. И Сиэтл. Сиэтл здесь хорошо. Надо до Сиэтла еще выиграть чемпионат, короче. Че, мы подходим по всем статьям. Рулис. Аплу. Ноу Карс Ари. Эксклюди еды. Короче, все. По 1000 рублей дают всего. Блин, это мы на ней даже не отобьем, наверное, того, что мы потратили. Ой, нищеброды. Ой, нищеброды. Когда же мы уже из этого всего выберемся-то? Так. Что нам надо? Нам надо электронику всю поотключать, которая нас душить будет, да? Так. Вот. Всякие стабилизаторы. Зачем? Трехсин контроли. Все. Теперь можно ехать. Старт. Круто, хорошо. Поехали. Ой, как мы гальмуем. Смотрите-ка. Что, хорошо, что мы ее на лошадке-то прокачали. Эффекта нету такого, что будет прямо. Прямо. Они примерно такие же. Что-то я смотрю, никто не захотел брать Алтезу, которая в стоке 157 лошадей, да? А чё, у них даже название одинаковое. Что ты меня там всё взад целуешь? Ой-ой-ой, сейчас вылетим, Тихо. Тихо. Ну вот мы снова шестые. Зашибись. Ай,
О, уже характер появился у машины. Заносит. Даже тормозят на повороте. Еще это вы, ребята. Дай мне слипстриму. Дай мне мешок. Дай мне воздушный мешок. Я говорю, надо до Сиэтла уже, чтобы все было чики-пуки. Так, названия-то у всех одинаковые. Вплоть до запятой. Надо по цвету будет отвечать, кто у нас там выделится. В главные соперники. И смотреть. Коварный поворот. О, хорошо. С запасом идем. Надеюсь, что не будет так же, как блин, в прошлой серии, что в первых гонках они едут, блин, просирают там по 5 секунд с круга, а к финишу чемпионата, блин, будут столько же выигрывать. Так, ну что, вторым пришла красная Алтеза, да? Ладно, будем смотреть красно-черное. Желательно, чтобы на следующей гонке белые вам пришли. Так, а что у нас вторая? Ой, вторая Токио. Вот в Токио вообще не факт, что выиграем. Чё-то это какая-то трасса. Какая-то такая. Непонятная. Блин, и стартуют они как раз впереди это. Как раз красный, черный. Ладно, фиг с ним, поехали. Прорвемся. Поменьше буксовали в этот раз. Так, давайте, беленькие. Беленькие, едьте. Чё вы, выше одинаковые, ёлки-палки. Не протиснулся. Так, ладно, самому-то тоже надо ехать. То, блин, два круга пролетят. Трасса такая непонятная. Так, вон вторая белая. Вот ты тоже смотри на нее, видишь, как она пошла в атаку, сражается. Давай хоть ты там посражайся, что за ерунда, что за читерство, эти что, более прокачаны? Две. Первые. Открываются. Главное, они едут вообще одинаково, одна в другую все время упирается. А эти отстают что-то. Тебя хоть закосячить что ли, красная? И... Во. Раз тут совсем закосячили.
Ладно, едем. Нафиг. У нас есть, конечно, преимущество некоторое, но не настолько, что прям ехать, баловаться. Гонки, это нам не баловство. Тихо-тихо. Повело, понимаешь ли. Избыточная поворачиваемость есть в данный момент. Как Жека Кнопенко сказал, говорит, мне понравилось. Избыточная, говорит, поворачиваемость — это когда вы при нажатии газа в повороте видите не выход из поворота, а вход. То бишь, когда вас развернуло в повороте, когда вы встали на газ. Прикольно стало. Куда вы, говорит, видите вход в поворот? Ой, повело все-таки. Пошел, гениально. Покрышечки-то тоже, эх, спортивные. А я что-то... На Sky-то у нас уже слики, да еще и средненькие стояли. Я что-то так по старой памяти помню, что... ходил на Sky. А нет, не получается так же, но тест тянет. Нет, сидят рядышком. Просто. Жужжат. О, беленький, ничего себе, смотрите, беленький вышел на второе место. Ладно, красная на третье. Не скушали беленького. А его, походу, скушают сейчас. Хрен с ней. Главное, победили вторую гонку. Но я уже к этому отношусь как-то со скептицизмом. Было уже у нас такое совсем недавно. Две победы. Первую двух гонках, а потом... Ой, не хочу вспоминать, что было потом. Так, ага, беленькая пришла вторая. Красная все-таки третья, четвертая. Чего? Так, и эти по 7. Нормально, нормально. Отобрали все-таки очки. Надо пропихивать вот, какие-нибудь беленькие, зелененькие. О, 5 рублик. Так, exit. Так, следующее что-то хорошее должно быть. Старое доброе. Deep Forest, по-моему, следующий, да? Да, Deep Forest, yes. Чё за несправедливость? Её красную ставят. Впереди. Ладно. А, ну как ставят? Они же типа квалификацию проезжают. Быстрее вот она и стартует. Ай, блин, опять пробуксовал. Беленькой, давай, давай, родимой. Пошёл. Так, ладно, красную затюкали. Надо с черной что-нибудь такое же сотворить. Интересное. Ой, 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 ой. Тихо, блин, тихо. Какие крены-то здоровые у машины. Мне, с одной стороны, нравится ездить на прокачанных тачках еще стоковых, потому что ну, видно прям как кренит их, ну тоже что, подвески там еще мягкие все равно становятся. И что самое интересное, если машину прокачать, то она меньше крена становится, жестче она стоит, блин, классно смотрится вообще.
ну как бы это утверждает физику как бы правильно, что это все даже визуально отображено. Где-то там в движке физическом визуально тоже работали над этой составляющей. Так, да-да-да, еще желательно развернись, парнишка. Нет? Так, я к зелененький не прошел. Ну ладно, ладно. Там, в принципе, у них по 7 очков, у белой и у черной. Не-н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 е. Куды? Ой, красная уже здесь. Это плохо, что черный прошел. Так, зеленый. Не надо. Не надо, я тебе говорю, оно тебе. Я тебе говорю, оно тебе не нужно. Ой, блин, запинали. Я сейчас. Да все, победа-то точно уже потеряна. Сейчас бы этих пройти. Допинался. Эх, далековат ты, далековат, собака. Ладно, черный это вообще там далеко. 7 очков. Основных соперников мы не пропустили. И даже оторвались еще от них. Эх, вот чем мне и нравится чемпионат, их долго. Они эти по одной гонке. Стратегия есть, тактика, ух, хорошо. Так, белые что-то слились, один хрен. Так, и что у нас там получается? Ну, черный, наверное, на второе место вышел, да. Но все равно, было 10 очков от второго. Стало... Ага, стало, блин, 9. Все равно больше чуть-чуть набрал. ₽500! Вообще ни о чем. Тикс! Нехт, нехт, нехт. А следующая трасса у нас, значит, будет R5. R5. И вот на ней нам надо завоевать такие титул, да, желательно. Вот, поэтому надо в любом случае приходить первым. Сейчас не будем, короче, никого косячить. Придем первыми, все. 10 очков. Больше, точнее, 10 очков будет разница. И все. На Сиэтле можно хоть последним приезжать. Что-то я за Сиэтл переживаю. Самая плохая там была гонка, вот, недавняя в нашем с вами чемпионате. Еще да как-то я переживаю за Сиэтл. Не за сам город, а за нашу гонку. Еще на R5-то надо выиграть. Так, это блин, спешл стейдж. Спешл стейдж. Да куда еще тебя так носит куда? Че? Действительно, что ли, на городских автодромах асфальт другой? По-другому вся машина идет. Зашибись. Приблизиться. Кто там так шуршал вперед?
красный. Жопа. У нас сейчас черный нас преследует. 9 очков отстает. Блин, не хочу я, чтобы в Сиэтле решалась судьба. Не хочу вообще. Черный, зараза, летит. Да как так-то? Главное, красный был на втором месте по очкам. Он лидировал. Сейчас. Вышел на второе место черный. Че ему это? Как влияет на показания машины, что ли? Чуть было туда, налево не уехал. Так, у тебя друг один, слышь, парень. Пройдите его кто-нибудь еще, пожалуйста, зелененький, я на тебя ставлю. Тагай тут как тут, стоит чуть-чуть ошибиться, все проедут. Дамся. И черный опять куда оторвался. Ну все, все, пацан. Все, тебя сделали. Все. Да. Фу. Да, плотненько было. Плотненько и потненько. Но теперь все, вот теперь я спокоен за Сиэтл. Еще 4 очка, 13, все, все, да можешь не пихаться. Шанс упущен. Здесь плюс 6. Ой, красный-то аж последний приехал. Че ты сгрустнулась ему после того, как он там закосячился. На предыдущей трассе. 36, на сколько, на 23, да? Чик. Ну блин, денег, конечно, очень мало. Денег прям. Кот наплакал. Так, Сиэтл. Последними, конечно, тоже тут не хочу приехать. Как-то будет совсем грустно. О, ну вот, выиграть, чтоб тут это надо постараться. Погнали! Дали как стартанул? Вообще без букса. Так. Веселуха. Пацаны, стойте. Вы куда? Куда так спешите-то? Ого, как подбрасывает. Какой высокий поребрик. Вот это не люблю место. Вот такая узкая трасса с такими. Такое впечатление, что подкачнули, прокачали финишу чемпионата. Ай, блин! Нельзя могли так втыкаться. Так, ну вообще первый был просто сливной. Хоть никто из них не вырывается особо вперед. Все кучки едут. Да чё ты? Чё ты? Чё ты? Так, ну
еще. На втором круге сейчас включаю зверя. Блин, я смотрю, блин, Сиэтл надо учить. Учить надо Сиэтл. Что-то я вообще по Сиэтлу разучился ездить. А нам ведь предстоит по нему гонка на выносливость. Там что, сколько-то... Я сейчас не скажу сколько. Но он совершенно точно есть в эндуренсе. Кстати, вообще, в третьей части, я смотрю так, по чемпионатам выносливость. Очень похожи они на то, что было во второй части. Тут еще не дошли до гонок таких, чтобы там прям по несколько часов. По-моему, самое длинное это будет. Два часа. Марина там еще где-то. Поэтому... Так, у меня то же самое. Так, зелененький. Да я тебя тоже пройду. Ва, четвертым. Еле-еле выцарапали. Четвертое место. Ладно. Становится понятно, что Сиэтл надо изучать, что это вообще. Ну, то есть, конфигурация поворотов-то, я ее знаю, но, блин, она забылась вот конкретно, точно, как вот они выглядят там, где точки торможения, и апексы эти все, надо учить заново. Как входить в них, как выходить, какие скорости... Так, ну ладно, тем не менее, все равно. И в Сиэтле не последние. И чемпионат-то выиграли. Ха-ха. Хорошо. Так, что за машина? Только не Алтезу. Вот главное, чтобы не Алтезу дали. Это будет. Ой, что, Exit? Next. Давайте. Сколько там? Выручка-то. 10 дадут. Так, десятку, и мы выиграли даже не каждую гонку. Короче, мы даже не отбили те деньги, которые мы потратили. Даже на тюнинг ее не то, что. Кубок прикольный. Такой типа в старом стиле. Ништяк. Мне нравится. Так, ага, что там еще? Кстати, Gran Turismo Sport это вот так же сейчас. Фишку взяли с третьей части, вот это с темными моделями крутящимся, типа непонятно какую дадут. Раз, одна зажигается. Вот откуда ноги-то растут, тоже ностальжи. Так, дали целику. Целика, чё она? Непонятно какая, SS или GT4. В принципе, нам что-то. Ну такое, ее проще продать. Серебро. Четвертое место. О. Так, что там у нас по времени? Так, ладненько. Чё, мы прошли, короче, Алтезу, да? Блин, деньги не убывают. Бывают деньги. Сильвереро нет. Ярис. Надо, кстати, глянуть, нет ли у нас вица. Нигде нам не давали виц. Потому что он у нас уже есть. Так, SS2, да, значит переднеприводная. Да, она, блин, стоит 5000 всего. Продажи имею в виду. Так, ладно. Смотрим, что у нас там.
О, Ярис есть. Есть у нас Ярис. Хорошо. А, во, розовенький такой. Прикольно, прикольно. Где-то мы на нем уже ездили. Вил. Что у нас тут есть? Нормал. О. Давайте вот эти поставим. Эти вилсы. Так, change car. Так, а вот он у нас прокачан или нет? Подводить шоп. Так, что у нас там обычно? Мы покупаем компьютер. Не, даже компьютер не куплен. Короче, надо его примерно так же, получается, прокачивать. Как и этот. Блин, ну за него же еще меньше денег будет давать. Так, что у нас? Воздухан был поставлен, да? 4. Так. Хорошо, что хоть машину не пришлось покупать, что Ярис у нас есть. Так, легче чуть-чуть. Чего они не показывают, сколько, насколько машина облегчилась-то? Так. Драйвтрейне тоже что-нибудь поменяешь. Порезче разгонялось. На коробку ставим. Такую. Да. Так, покрышки. Покрышки тоже еще не брали. Тоже спортивные поставим. Так, ну, надеюсь, этого хватит. Вторую стадию купить ему. Зверюгинс будет. Так, что-то это самое. А, по времени уже много. Тут-то чемпионат, да? Сколько там гонок? Наверное, на следующую серию тогда оставим. Ярис. Ярис. А, тоже 5 гонок. А что за гонки? Рим, Лагуна Сека, Р. А, Токио, Трил Маунтен и Спешл Стэтчер 5. Ну, хоть Сиэтла нет. Ну, блин, Рим есть. Рим я тоже... Рим я тоже так себе помню. Да, по идее, получше. Так, ладненько. Ярис мы подготовили полностью к... Давайте еще его помоем. Раз ездили, значит, его надо помыть. Какой он розовенький. А, да мы на нем же не ездили, это нам его где-то дали. Мы же не ездили на нем, да? Чинджойл, наверное, вряд ли, да. Это нам его дали. Где-то мы его выиграли. Да, километраж-то ноль. Так, ну что же, ладно, тогда давайте на нем уже в следующей серии поедем, чемпионат Ярисов-Витцев. Вот, а здесь мы вот проехали Алтеску, купили, прокачали и выиграли на ней чемпионат. Неплохо, думаю. Отыгрались за прошлый раз. Ладно, с вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Надеюсь, что вам понравилось. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. А я пошел смотреть третью практику Гран-при Германии. Ха-ха.